Санаторно-курортный комплекс «Дилуч» – постоянный участник выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». И по праву может считаться одним из крупнейших здравниц Краснодарского края. Во-первых, всех поздравить с таким большим событием, как ярмарка выставок путевок. 25-е, юбилейное. Нужно сказать, что мы не пропустили ни одного года, участвовали все 25 раз. И одновременно 15-е завтра же проходит научно-практическая конференция, тоже в рамках выставки «Ярмарка путевок». В 2018 году нашему предприятию исполняется 95 лет. Это тоже большая, значительная дата, которую мы будем отмечать завтра на научно-практической конференции. Мы расскажем об этом сложном пути, который мы прошли. Вот. А 95 лет в конце года – это будет как бы завершение всего года, который пойдет под знаком 95-летия. Залогом успешной деятельности является современная диагностика, уникальные методы лечения, использование природных лечебных факторов. В Дилуч приезжают на отдых и лечение со всех уголков России. Санаторий оснащен современной медицинской аппаратурой и оборудованием. Прием ведут врачи высшей и первой квалификационной категории по 36 специальностям. Лечебно-диагностический центр санатория Дилуч по праву считается уникальным учреждением. Опытные специалисты диагностируют и лечат широкий спектр всевозможных заболеваний. Большой выбор оздоровительных программ, составленных с учетом возраста и диагноза пациентов, позволяет добиться эффективных результатов уже за один курс лечения.